us. Grandmama's a lying thief. We're perfectly shameless, but we are blameless. After all, it's our belief. Nowadays the world is rotten, honesty must be forgotten. For the lover, after kissing, check your nose to see what's missing. Everyone swindles some. My son's the motion, son's the push. Life is sweet, yes, it's all a swindle, so get out again from your fellow man. Girls and boys would rather steal than play. We don't care, we tell them get your share. Love is short and grease and season. All the times has lost its reason. Life is good. Magicians, that makes windows disappear. The bribes they're taking, the deals they're making, never reach the public sphere. The letter betrays, the rent is missed, the contract is broken, yes, for peace, but that's your swindle. In the menu, profits will be red for everyone. Swindles some, so Bobo was still for you. Life is swindle, yes, it's all a swindle, so get on again from your fellow man. Girls and boys would rather steal than play. We don't care, we tell them get your share. Life is good and green and season. All the times has lost its reason. Еще один номер, который является собой танго. Утомительное, магическое. Гриша говорит утомительное. Это мы проверим.
Целиком в рамках такого большого совместного концерта с еще другой программой, с моим ансамблем, тоже из певицы Алины Ростоцкой, еще в придачу. Вы можете услышать здесь 29 сентября вот, на первом этаже. Приходите обязательно, будет очень интересно. Вот, там будет большой состав, все будет просто прекрасно. Спасибо. Это было просто представление, как бы такой анонс вот той программы, о которой Григорий сейчас говорил. Значит, 29-го приходите. А вы видели, что Настя Глазкова не только хорошая певица, но она еще актриса прекрасная. Она каждую песню, это небольшой спектакль, каждой песни. Так что еще раз поаплодируем ей. Большое спасибо, Настя. Ну, а теперь я, так как это джем, да, теперь я приглашаю на сцену молодого талантливого гитариста Алексея Чечерина. Алексей. Соло на гитаре. Он сейчас исполнит свою композицию немножко. Сейчас они пока будут готовить. Следующий. У нас сегодня вообще запланирован, так как это джем, то вы сами понимаете, что это все вот как бы спонтанно. Вот кто пришел, и тут же мы как бы
формируем эту программу. Ну, по крайней мере, на стартовом составе всегда у нас будет вот солисты оркестра московских композиторов. А дальше будут музыканты, которые пришли поиграть этот джем, поучаствовать. Здравствуйте. Пока идет подключение. Спасибо. Да, все здравствуйте. Спасибо за то, что вы сегодня здесь. Обычно в клубе Алексея Козлова звучит музыка, которая напрямую имеет отношение к джазу, но также достаточно часто здесь звучит музыка, которая относится к общей, более широкой, чем джаз, импровизационной традиции, традиции импровизационной музыки. И я являюсь приверженцем направления, которое можно обозначить как свободная импровизация или пост-неидиоматическая импровизация. Это современный вид импровизационной музыки, который включает в себя неподготовленность музыкального материала заранее, то есть музыкальный материал создается в процессе игры, я сейчас буду создавать его прямо на сцене, то есть я не знаю, что будет происходить, и мы с вами совместно будем это наблюдать.
Спасибо. Алексей Чучелин. Один из вот, как бы талантливых наших молодых гитаристов, вот, который играет вот, в этой стилистике импро. То, что он и объявлял. Спасибо. Он еще появится на сцене. А теперь на сцену, значит, приглашается ансамбль «Прёт». Натальи Блиновой и Петра Талалая. Ну и здесь будет не только этот дуэт, дальше он будет к этому дуэту присоединиться молодая совершенно наша солистка. Ну, это все в процессе, будут они сами тогда объявлять. Добрый вечер, дорогие друзья. Нам очень радостно все время выступать в клубе Алексея Козлова, потому что это один из самых дружественных клубов по отношению к молодым и не очень молодым талантливым музыкантам. И мы имеем возможность здесь высказывать практически любое свое творчество. Сегодня мы для вас выступаем в составе дуэта и покажем вам три композиции, которые будут длиться без перерыва. И общее название композиции называется «Механизм организма». Мы пойдем от классики до джаза, до этники, сквозь электронную трансформацию iOS и акустических инструментов. Thank you.
Thank you.
начинающую музыкантшу, пианистку, девочку Алису. Что ты исполнишь сейчас? Два этюда и Бах. Прелюдия. Thank you.
джазового корифея Юрия Еремчука для того, чтобы сыграть блюз. Алиса, Алиса, бедная, так постаралась, что да, водички захотелось ей попить. Клавишами Алиса Талалай Сарева. Все? Наташа Блинова, вокал. Петь Петр Талалай, барабан. Юрий Веленчук, сафон. Алиса Талалай, фортепиано. Да, если мы вам еще не надоели или надоели, мы хотим вам спеть одну песенку, которую мы готовили к позавчерашнему празднику, к фестивалю Тили-Мили-Джаз. Вы слышали про такой? Это великолепный джазовый фестиваль, благотворительный фестиваль, на котором исполняются только детские песни из мультфильмов, кинофильмов и прочих детских передач, и телепередач. Да, это был огромный фестиваль. Он продолжался позавчера с 15 часов до 22 часов и собрал очень созвездие джазовых музыкантов, которые пришли на сцену для того, чтобы сыграть детскую музыку. Вот, было множество детей. И мы готовили туда тоже несколько песен. И вот одну песенку мы сейчас вам споем. Thank you.
чище и добрее. И в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее. Алексей здесь? Алексей? Да. Здравствуйте еще раз. Сейчас на сцене вы видите инструмент, который, может быть, впервые на этой сцене находится. Это виола да гамба. На ней играет Антон Изгагин. И это инструмент барочной эпохи, то есть 16-го это не совсем барокко. В общем, 17-18 века старинный инструмент. В какой-то степени это протовиолончель, в какой-то степени лютня. Мы хотим проанонсировать наш концерт. Но это будет не целиком наш концерт, а это будет концерт ансамбля, в котором мы оба играем. Ансамбль называется, у него пока название еще не закрепилось, но на сегодняшний момент он называется Meditative Music Ensemble, то есть ансамбль медитативной музыки. И концепция этого ансамбля заключается в том, что мы берем в состав ансамбля много старинных инструментов. У нас помимо виолы да гамбы есть еще барочная скрипка, есть барочная флейта, но также есть и инструменты электронные. Будет электроорган. И анонсируем мы концерт нашего ансамбля, который будет в эту субботу, 19 сентября. Это будет проходить в клубе НИИ, или он называется «Наука и искусство». Он находится на Курской, недалеко от центра «Артплей» или центра «Винзавод». И в концерте прозвучат композиции Терри Райли. Это композитор, один из четырех основных композиторов минимализма. Мы сыграем большую композицию Терри Райли, которая называется «Инце».
до, мажор. Ну да, в тоне до. В русскоязычной литературе бывает ее называют так. Ну и сейчас мы попытаемся, наверное, сыграть сокращенную версию композиции Терри Райли «In C» в тоне до и поимпровизировать вокруг, поимпровизировать на основе материала этой композиции. Прочные инструменты настраиваются на пол, полный ниже.
спасибо. В субботу вы, если желаете, можете прийти и услышать полную версию композиции «The Violin in C». Спасибо. Еще вход, кстати, свободный. Спасибо. Спасибо. А теперь я приглашаю на сцену вновь солистов оркестра «Московских композиторов». Владимир Миллер, клавишные. Саксофон. Юрий Парфенов, труба. Вадим Провилов, бас. И Петр Шалай. Куда же он? Thank you.
Thank you.
приехал специально на наш фестиваль из Лондона. Наш руководитель оркестра Московского театра. Юрий Еремчук, саксофонный. Солист. Юрий Парфенов, труба. Вадим Правилов, контрабас. Петр Талай. Сегодня он на сцене во многих ансамблях. Барабаны. Большое спасибо. Вот прозвучало последние заключительные вещи. Это солисты ансамбля московских композиторов сыграли вам композицию «Свободная импровизация». Просто продемонстрировали, что это такое. Друзья, если вам понравилось, то приглашаем вас на наши концерты. Спасибо, большое спасибо. Я вижу, что слушатели еще хотят немножко послушать, да? Караван! Да! Караван! Ребята, приглашаю еще раз на сцену. Юрий Еремчук, Владимир Миллер. Володя. Клавишные. Вадим Правилов.
Играем, так что следите за нашей рекламой, да, клуба Козлова. Так что мы будем с удовольствием для вас еще сыграем. А сегодня уже, наверное, все. Спасибо большое всем, кто сегодня здесь был. Большое спасибо.